в этом доме господина Григория Народевского в 1896 году лауреат государственной премии. Я вам слово правды не сказал. Все неправда. В этом доме она не могла родиться, дом в 1899 году был построен. Она никакая не Фаина, а Фани. Фани. Фаина — это греческое имя, светлая, а Фани — умница по-еврейски. Она никакая не Григорьевна, на Донском кладбище на могиле написано Георгиевна. Я вот Игорь Георгиевич, да, Григорьевича не назову, мой папажер, а не Гришна. Она была Гиршевна. И ее, конечно, не фамилия, не Раневская, а Фильман. А почему написали? То есть она получается Фани, Гиршевна, Фильман. Раневская она стала, это в 17 году была на гастролях в Керчи, как я вдруг вспоминал. Получали деньги в банке, вышли, был целый ветер, деньги вырвала из рук, разметала, заставила плату. Потом сказала, это денег, потом его вкинулся, сказала, это красивый ребят. Вдруг сказал, ты такая же бестолковая, как Раневская из Вишневого сада. Ну, а ровник.